Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Еще недавно Dog Friendly Cafe можно было встретить только за границей. Сегодня они появляются и в нашей стране. Большинство из них находится в Москве. Как столица принимает Dog Friendly тренды? Как владельцы ресторанов относятся к лающим посетителям? Что об этом думают сами хозяева? В этом выпуске мы расскажем вам о моде на Dog Friendly Cafe в Москве. Все больше московских заведений готовы открыть свои двери четвероногим лающим посетителям, а в некоторых случаях не просто открыть, но и предложить специальное меню, миски с водой и кормом. Тренд на dog-friendly кафе и рестораны пришел в нашу страну из Европы и США. В начале 2000-х там посчитали, что собаки в общественных заведениях делают атмосферу более веселой и дружественной, и разрешили хозяевам лающих приходить со своими четвероногими друзьями. В итоге не прогадали, и клиентов новых привлекли, и обстановку в своих ресторанах и кафе сделали более уютной и домашней. Московский ресторан «Марья Ивановна» одним из первых стал реализовывать политику dog-friendly в России. Здесь считают, что если собака ведет себя воспитанно, то она идеальный посетитель. И не то, что никому не навредит, а наоборот, только всем поднимет настроение. Это заведение по праву можно назвать не просто dog-friendly, а pet-friendly рестораном. Все приходящие сюда лающие посетители обязательно знакомятся с котом Вениамином, который живет в «Марья Ивановне» уже очень много лет. Все свое существование Марья Ивановна была рада гостям, которые приходят собаки, со своими питомцами. Сравнительно недавно это как бы уже стало официально подтверждено. Есть документ определенный, что разрешено приходить с питомцем. Очень большое количество гостей, которые приходят сюда именно с собачками своими. Их всех выпускают, они бегают по ресторану, вот могут с Веней поиграться там. Друг за другом носятся тут. Сами владельцы собак к dog-friendly тренду относятся положительно. Посещение любимых мест с питомцем дарит множество ярких совместных впечатлений и тем самым укрепляет отношения между владельцем и лающим другом. Плюс это еще и очень удобно. Гуляя, можно зайти в кафе и не переживать за то, что собака осталась одна ждать на улице. Я могу прийти с собакой, посидеть, то есть это вообще... Очень классно, что появляется очень много таких мест, такой тренд становится. И мне кажется, это очень прикольно. Сегодня в Москве насчитывается более 100 dog-friendly кафе и ресторанов. Познакомиться с ними можно на интерактивной карте на сайте dogfriendlymoscow.ru. Политикой dog-friendly недавно стали интересоваться и в других городах России. Dog-friendly кафе открыли свои двери в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле. Надеемся, в нашей стране таких мест будет больше. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!